Самая настоящая водичка течет вот в этом каньоне, где мы и шли. Оно было полностью все сухое. Просто последние дня 2-3, наверное, шел дождь. И вот видно, как она течет. Вот. Он прям отовсюду стекает. Вот сюда посерединке. И течет вниз. Все вообще красота. Еще такой звук приятный, как он течет. Интересно, что оно вот как черным покрывается таким. Может, какие-то водоросли растут, чем мох какой-то. Ну, видно, надо аккуратно, потому что очень скользкое. По сухому идти нормально. Вот по скользкому, но не сильно. И вот там прям вообще чуть ли не водопадик. Ну вот эта лужица, которая она может так хорошо сохраняться долго. О, вообще. Фух. Настоящий бассейн. Так и купаться можно. Ну тут реально по колено прям. Фух, красота. Ничего себе. Да, легко по колено. Прям водичка холодненькая. Вот такой вот каньон. И видно прям, как вот это все такое гладенькое. И прям вода, наверное, тут очень много воды может течь. Вот это там койоты, короче. Вылают на всю горло. Это только что солнце зашло, а мы вот чуть-чуть еще на тропинке. Надо срочно сваливать. Вот сейчас, блин, вот уже рядом, короче. Надо срочно бежать. А-а-а.